конечно, страх взять при аварии. Но в любом случае, этот человек шел туда, понимая, что он готов дать жизнь за свою родину, неважно, каких обстоятельствах он погиб, защищая родину. Вот если сказать, что ну, сказать, что это воин, солдат, в жизни своего человека, никогда бы не могло так было сказать, потому что он самый добрейший, самый милейший человек, который работал мимо, который работал с детьми, который был актером, режиссером, очень широкой, глубокой души, очень жизнерадостный. В жизни, вот, не знаю, его никогда не сказать, что этот человек идет защищать свою родину. А вот, как показывает опыт, именно эти люди, такие жизнерадостные, глубокие, широкие люди, это вот самыми смелыми, самыми достойными гражданами. Я, честно говоря, не знаю подробностей, он шел. Все начиналось, что я уехал, приезжал на сессию. Они встречались, встречались, общались. Но он супер знал с самого начала.